Всем привет! Еще один отчет о полученных посылках. Вот эти четыре, скорее всего, с GearBest. А вот это вот я не помню откуда, но мы тоже посмотрим ее. Может, это Banggood или AliExpress. Оттуда жду много посылок. Но вот это 4, это 100% с GearBest, которые были по акциям, которые опубликовались в телеграм-канале по 99 центов и по другим. То есть, а тут есть ручка Xiaomi и так далее. Ну, давайте посмотрим на них, распакуем. Если что заинтересует, мы сделаем на это обзор. Вот здесь вот апельсиновая чистилка. Вот, это по ощупу сразу я определил. Вот, и не боясь открыл, потому что это апельсиновая чистилка, кусочек пластика. Вот такая вот фиговинка, которая должна, по идее, улучшить чистку апельсинчика. У меня, к сожалению, такая остренькая штучка идет. Вот она вот так выглядит, колечко. Вот, вот так одеваешь и, по-моему, так по кругу идешь и чистишь. У меня, к сожалению, нет апельсина. Я постараюсь сегодня сходить в магазин, купить его и доснять, добавлю, как я его чищу в конец видео. Дальше. Дальше это у нас на ощупь, скорее всего, микрофибровая тряпочка. Я вам сейчас покажу. То есть по ощупь, на ощупь это... А, нет, это еще одна... еще один пакет вот такой вот для льда. Это отдельное видео будет у нас. Посмотрите отдельное видео, где я разобрался, как с ним работать, что это такое и зачем это такое. Дальше. Вот это. Это, скорее всего, ручка Xiaomi. Или что-нибудь подобное. Да, это ручка Xiaomi. Обычная, все стандартная. Я ее распаковывать не буду, я ее кому-нибудь подарю. Вот, это обычная серая еще ручка. Я заказал еще серебряную, должна прийти. Ну, уже как бы распаковок было ручек много этих. И я думаю, что это не исключение, такая же, как и все остальные. Так, откладываем. И здесь, здесь у нас что? Что у нас здесь? Не пойми, что. Такая же штука, то есть еще одно колечко. Зачем мне два? Я не мог два заказать, ошиблись что ли? Но я не мог заказать две штуки этих, они мне не нужны, в принципе, две. Поэтому очень-очень странно. Я, конечно, перепроверю, но мне кажется, что мне что-то не то отправили. В общем, перепроверил, действительно заказал две, на себя и на жену эти штуки, то есть никакой ошибки нету, по пакетам проверил, действительно треки совпадают, я и жена. Видать, решил, что по 10 центов можно и две безделушки таких пластиковых. Ну, как бы обычная пластиковая хренюшка. Попробуем сегодня купить апельсинчик и снять, как почистится процесс вообще этот весь неуклюжий с апельсинчика. В конце видео добавлю. И вот такая вот посылочка последняя. Это фонарик. Фонарик с AliExpress, по-моему. Сейчас, да, я ссылку на него дам. Давайте откроем, посмотрим на него. И на него, наверное, все-таки сделаю. Так, софорно. Вот такой вот фонарик. Крючок на него. И вот такой вот фонарик. Ух ты, крутой. Я думал, похуже будет. Так, батарейки тут, скорее всего, нет. Фонарик, да, этот фонарик с AliExpress, ссылка будет в описании. Фонарик действительно прикольный. Вот, более детальный обзор уже с батарейкой сделаю отдельно на него. Итак, купил апельсин, немного поменяли место дислокации, так как пришли мои родственники, мне пришлось ориентироваться. Итак, апельсинка, и как ее чистить? Давайте будем пробовать. Я первый раз я не видел, как это делается, но думаю, что делается это так. Немного сок пускает, то есть зубчик вот этот, он немного больше, чем кожица у этого апельсина. Поэтому происходит как-то так. Но я думаю, что у нас все получается.
И реально чистится апельсин, хорошо чистится. Давайте его уже полностью очистим тогда. И руки сухие. Все отлично. То есть, ну, кто бы мог подумать, что эта штука, вот она сразу запачкалась, от апельсина. То есть, ее желательно мыть, потому что апельсиновый сок ее превратит в желтую и некрасивую. То есть, надо будет сразу сейчас помыть. Вот. Но кто бы мог подумать, что эта маленькая хреновинка за 10 центов реально будет чистить апельсины. И реально это будет прикольно и качественно. То есть, не то, как ты раньше по кусочкам ломал, а вот порезал кожицу и аккуратненько снял дольками. Реально прикольная вещь. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!